А я справа Да, буду. давай, доставай. Раз, два, три. Я тебя съел. Получай пизды. Давай еще раз. Раз, два, три. Да блять. Блин, какая игра классная, слушай. А, бумага. Ты уже начал? Бумага. А мне? Две бумаги. Давай еще раз. Да ты... Да, извини, я по привычке. Камень. Камень. Камень, камень. Ой, меня что-то вкололи. Лечение. Продолжай. Подожди, стой, стой, стой. Ты типа анимацию включил? Ой, что мне вертолет здесь взлетел? Чего? Миша, у тебя есть комбинация клавиш Ctrl Q. Ctrl чего? Q. Ctrl Q. Чего? Кого-то из деда вроде. Ножом убить. По-моему, нет. Блять, их тут что-то опять овер дохуя, блять. А, так это... Ох, смотри. Тяжело, это как, блять. Да завали рот свой, блять, себе побибикай, маме свой, блять, побибикай. Пойдем на ножом надо. Кусать. Бля, у меня есть Мосинка 762 на 54. Нашел только что здесь. Да, сука, себе, блять, побибикай, нахуй. Бля, реально тяжело, зомби. Два. Не то, что тяжело, чел. Это легко, просто у меня... Бля, ну он просто сильнее-сильнее помирает, я хуй знаю. Ты ж поел, да, Миш? Да. У меня, кстати, здоровье моргает красным. Оно вверх или вниз? Вниз. А чего у тебя не хватает? Тормози, Сереж. А хуй знает, еды, воды и чего, блядь. У тебя что-то еще плохое есть? А я не знаю, может, он подцепил какой-нибудь? У тебя болезнь есть? Нет, у меня нет ни этой бациллы, типа, нарисованной. У меня ничего нет, все нормально. Я не знаю, это моды какие-то, блядь. У тебя здоровье вниз капает? Да, и еда с водой вниз. У меня вода красная, но в реальной игре это никак не должно влиять на здоровье, блядь. У тебя вода красная? Да, так а в смысле, ты чё, еблан, Миш, в смысле не влияет? Оно все влияет, блядь. В реальной сука, игре, блядь, я тебе шприц на тебя проебал просто, ений ебаный. Сними маску, ты попить не можешь. Ты можешь пить. Блять, а я не могу его напоить. Это. Блять, ну это просто пиздец. А еще, по идее, при моргающем крестике ты отключаться должен. Раз в сколько. Нет, при моргающей крови ты отключаешься. Сука, нихуя да, ты не играл в Days, блять. Тебя как будто просто ты видос посмотрел на Ютубе, блять. Да я нахуй не поверю, блядь. Него... А почему я могу нормально ходить? Что за мем? Вот этого я не Ну помню, потому что ты подыхаешь, Миш. В реальной жизни я так должен нет. Отключаться, блядь, они вот так вот вроде. Это с кровью связаны, Миш. Отключалка работает только с кровью. Топорик. Оба, скакай. Опа, топорик, блядь. Это как будто детсаль с геймером какой-то. Почему у меня здоровье красное? Да, какой-то навестись на голову, это все уебнуть. Да, что ты такой маленький по 70. Сейчас, мы тут порешаем с магазинчиком. Хочешь булавой покидаться? Да сейчас, никто не издевается, понимаешь, но это вынужденная мера. Да они просто... Он панк. Да они просто ебланы тупые. Вот. Панк-анархист. А это панк-анархист, я умный человек, в отличие от некоторых, к сожалению. Вот. А у них просто не хватает мозга меня понять, поэтому они на меня обижаются и, ну, кидают в меня всякие предметы. Вот. Я тебя, правда, не слышу? Бля, нет, ну тут очевидно бьет. Ну, блядь, а что делать? Да не бьет, оно, блядь, ну вот почему я здесь стою, меня не бьет, ну. У меня там весь лут останется, чел, ну это пиздец. Ну можешь выбросить на мул. Блять, не, ну стрёмно, типа. Меня не, ну ты... Причем я не ты готов быть естественным испытателем? Ты как бы здесь же заспавнишься, если чё. Ну так, сложно. Нет, я заспавнюсь. Ну да, но я просто лут, давайте вам скину тогда сейчас. Давай, скидывай. Не на крыше его скидывай тогда. Я вон дорогу скинул здесь, не исчезнет. В оригинальном Дейзи он, блядь, куда не исчезнет в то время. Все так. Да мы не, да мы не прыгали, в том-то и суть. Я хотел прыгнуть, но заочковал, честно. Ну вот она и убила, вы погибли. Я реально умер? Да, все, вы погибли. Ну, зато теперь... А, вот что он так пульсировал тогда. Это умирает, чел. А, так, случайный сет. Вот, значит, довольно, кстати, быстренько. Так. Кстати, да, только дайте я вещи свои заберу. Или вы их в машине сложили? Они здесь лежат. Нет. Тут крестик твой. Нолик, блин. А как мне теперь забрать? Кого? Вот,
Миш, че? Ты реально альцгеймер или что? А, у меня сервер залагал, прикольно. Нет, так вот, вещи твои лежат. Нахуй тебе туда, там у тебя шапка, ушанка лежит. А, я еблан. Блять, ну затопил, вообще ты выебываешься, блядь. Как будто ты, блядь, все помнишь в этой жизни. Вот так, я... Заебали, да. Вы можете слово сказать, рот свой открыть, пожалуйста? Удерживай, Витя. Ой, Витя, блядь. Хуя ли Витя вообще? Все, окей. Я просто говорю, блядь, я играл 2 года назад и ничего не помню. Играл. Витя, стой, Витя. Блядь, да что за хуйня происходит? Какой Витя? У меня нет Вити знакомых, блядь. Блядь. Я обязательно... Все же, что есть в оригинальном Дейзи, все хорошо. Там тоже свои дырки есть. В любой жопе есть своя дырка. Кто-то очень любит разглядывать дырки в жопе. Да нет, это просто знание фактов и анализ статистики. У меня какой-то генератор хуйни, я вообще не могу, блядь. Анализ статистики, ну вот схуяли это здесь вообще откуда, блядь, ну? Короче, ты мне сказал какую-то хуйню, начнем с этого. А я тебе просто сказал про то, что ты где-нибудь видел жопу без дырки, хоть одну. Соответственно, анализом статистики я пришел к выводу, что... А вдруг по статистике есть жопа без дырки? Ну, среди моих данных я проанализировал некую базу данных, полученную моими глазами. Конкретика собранную. Будет по базе данных? Полученная моими глазами. Да. 3 терабайта порно просмотрено. О, я поймал рыбу-клоуна, ребят. Рыбак рыбака, да? А куда ты крючок свой засунул? Ты куда-то в меня засунул или ты его подобрал обратно, блядь? Один я подобрал обратно. А нахуй я один подобрал обратно, иди-ка ты нахуй. Верни. Потому что мне не хватало, я тебе все отдал случайно. Ты мне отдал один крючок, в смысле? Ну, блядь, пожалуйста, Миш. У тебя 0 вроде крючков. 0, но, блядь, было 10 костей моих. Вообще-то, которые я выбирал. Набирайся кости. Поменяю кассету ACDC на круга. Блядь. Я думал. Блять. Кубчики. От первого лица посмотри. Не, от первого лица посмотри. Блять, отрешу тебя за разу главный. Так скажи, что тебя отрешу. Нихуя ты. Еще скажи что-нибудь. Я робот долбоёб, я буду танцевать. У тебя микрофон сломался. У тебя микрофон сломался, Андрей. Ты его съел? А? Блять, ну послушай в Дискорд, как ты звучишь. Ой, рестарт. Или как сказал бы Андрей. Бр-бр. Ну стоит вообще, да. Розетка. Че здесь пусто, ебать? Просто. В веке живем, а розетка. Все нормально. Там черт, блять, ты видел его? Я всегда поворачиваю. Беги! Пизда! Бля! Сука! Стой! Отдай его! Он мой! Сука, стой! Блять, это турель. Чё я так боюсь, нахуй, как ребенок просто? Блять. Не надо, блять! Отъебись! Реально съеб... Блять, не надо, пожалуйста, я тебя умоляю, ебать.
Че за хуйня происходит? А чё, рядом валялись, типа? Да, она просто выкакалась, опа. Ща, подожди. Я нашел DIY флешбэнг. Гриша. Не надо. Блять. Бежит! Пидорас! А он же не идет на нас, правильно? Я не уверен. Он ходит вон там. Где, сука, выход? Ебучие тараканы, ненавижу, блядь. Серёж, ты тоже долбоёб, блядь. Спрыгнул просто вниз, блядь. А, пицца соус. А как я взял? Всё, я понял, всё, я понял. Я его мусор давит. Ну блять, нахуй тогда вообще не скоро. Это пиздец. Ну почему они сами по себе хуйней страдают, а? Ты у нас куриц нету теперь. Это куриц. Ну и нахуй это сковородки нес. И кидай вперед. Бля! Где я не нашел? Бля, только не говори, что ты вниз наебнулся, пожалуйста. Андрей. Бля. Андрей. Я полез за пивом. И упал. Я понял. Блять. А ну Андрей. А то бежит? Нет. О! А, ты умер, я не могу себе помочь. Направо, направо. Нормально. Прыгай, главное. Угу. Блять. Ну можешь попробовать, кстати, ее спиздить, наверное. И что даст? Ну надо будет убегать быстро. Ай! Андрей! Где? Ну, в новостях там реакции. Давайте посмотрим. Блять, хоть как здесь. Я просто бутылку это. Что ты в бутылке? Ты в офисах? Так, давай я буду привлекать, а ты будешь рядом стоять и хуярить чем-то. Тебе по затылку. Хуярить. Ебать, дядя! Дядя, как тебе? Он просто в потолок хуярит! А я о чем говорил? Не-не, смотри, я прицеливаюсь в конец коридора. Я даже выстрелил. Блять. Я не вижу нихуя. У Сереги, кстати, пиздец, а вот нормально. В офисе. И вслепим в две стороны, если что.
Блядь. А мне куда, наверх? Да. Бля. Охуенно. Я просто вслух разговариваю. Ты а я вслух. Молча разговаривает. Отвечается. Типа, если люди, кто не вслух разговаривает, просто. Миша, блядь. Ты нахуя это делаешь, ты мне скажи, блядь. Ну ты же сам все прекрасно понимаешь, Миш, ну. Че ты тоже в дебила, блядь, играешь, сидишь тут? Ну я могу это делать, ты можешь это понять? Что если я это делать могу, значит я это делаю. А чё пить надо? У меня просто... Пить надо воду, вот река перед тобой, прикинь. А, прям из неё можно? Да, хлебаешь прямо оттуда. Я туда писаю, по утрам. А там писать не надо. А как пить? Ты же как и писать. Прись. Сочувствую тебе, Миш. Если у тебя это одинаковые процессы. Бля, на самом деле звучит как изобретение от Миши, типа, а на чём мне вроде время написать и напить, блядь? Я могу трубкой соединиться. Ой, бля, какой кошмар, это пиздец просто. Надо найти мешок и никому об этом не сказать. И в ту реку, где все писают его. Да. Подожди, Андрей, ты из какой реки пил? Где все писают или где все пьют? Блядь, Вов! Извините, очень смешная шутка. Жаль, что вы не поняли. Чё за хуй? Пошли вы нахуй, блядь. Господа, как первое лицо включить, пожалуйста, П. У тебя П какая? Где З русская? Б, блядь, я понял, все, я думал Б, я услышал букву Б, я дебил. Просто говори чётче. Я кэнселю Мишу, если что, тебе. Ну пропишешь. Это вот эта вот история, блядь, с бабкой. С московской квартирой. А, которого убили. И она не будет за это в хате прописана. Пикнул шаш, Миша упал. Не, это у него бутылка из жопы выпала. Че это за хуйня, блядь? Я просто убедил. Давай, Стас. О, житница. Я здесь ко мне? Ко мне нет. Спасибо. А почему в мастерской никто не работает? Женщина уволилась? Ночью. Женщина уволилась. Нет, она уволилась. Ей скучно стало. Она ничего не делала, видимо. Там кто-то дверь открыл. Нахуй ты! Че? Да что ты чихаешь, как видимо девочка в конце вот с этим звуком типа. Нравится? Да он долбанет. Как нравится, так и чихаю. А ты умеешь чихать по-разному? Да, тебя ебать не должно. Типа как по кайфу, так и чихаю. Нет, так-то факт, просто я не умею по-разному чихать. Это получается обычно. А вот так вот? Вообще, я не умею. Блядь. Ну, они на крыше. Ну вот, значит, я был прав. Как же чётко. Миша, заходи. Да, сейчас захожу, 2 секунды. Раз. Пошёл нахуй. Бля, я красиво ответил, просто жрал трубочку в этот момент, понял статистику по рекламе. Я всё-таки важно почувствовал, что я понял, что я позволю себе так ответить. Нет, ну здесь есть что-то разрешил. Игрик, нажмёте? Чё тут есть? Игрик, нажмите, а кто не нажал? Да, блядь, я не слышу, что Андрей говорит. Что тут есть? Ha ha ha!
Да что ты так не говорил? Тут есть шутер, что-то, блядь, шутинг. Шутки, блядь. Пьяные, блядь, шутки. Шутинг, блядь. Шутинг, это типа как стендап, только на русском? Думайте сами. Блядь. Так, подожди, дальше дверь открываю. Отойди, Миша, отойди! Сука, ты еблан, что ли, блядь. Ну смотри. Миша слева. Блядь. А вот это что, это ебаси или что? Да. Не, ну ладно, я писька с того замочил. А нахуя ему камуфляж, мне интересно так? Ну нахуй. На карпа. Сверху укус, а снизу писька просто.